Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 19 января, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Феофана. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «Богоявление». Небесным покровителем его является святитель Феофан Затворник, Вышинский, епископ. В середине XIX века епископом Русской Православной Церкви был Феофан, который оказывал серьезное влияние на духовное общество. Невероятное служение Господу и благие знания – это все было во святом. Везде, где бы ни возглавлял он кафедру, всегда устраивал воскресные школы, женские епархиальные училища и вообще заботился об образовании самого духовенства. Только все это обременяло святого, и он решил уйти в затвор. В своей келье, в окружении горящих свечей, он писал душеполезные книги. Почти 30 лет он потратил на то, чтобы оставить после себя ценное наследие православной культуры. Дожив до 70 лет, святитель мирно отошел ко Господу. Все в той же келье, в праздник Крещения Господня. Дорогие друзья, не забудьте посетить храм. А если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!